часто встречаются, когда противник взевает какую-то фигуру или удар комбинационный, тактический, и проигрывает. Но оказывается, что и развивается мат. Например, когда два мастера играли на международном турнире, и один из них взял мат. d4, d5, конь f3, конь f6, f6, слон g5, конь e4, конь f6, e4, e4, слон h4, черный белый слон отступил, c5 черный сыграли, c3 белый защитили, ну могли взять на c5 пешку, ну не защитили, c3. И здесь... Могли просто, вот так защищаем, взять. Ну, могли взять, да, но они решили пассивно сыграли, смотри. Черные сыграли активно, ферзь b6. Сделали b6 и напали на c1, на b6. Борец 6, bb. И напали на пешку b2, да? Черные сыграли ферзь b3, защитили эту пешку. Ферзь c1, возможно, было лучше. Сыграли... Ферзь b3. Ферзь b3 сыграли. Предложили размену. Предложили размену. Да. Черные сделали неожиданный ход. Ферзь h6. И белые взяли и слон h4 в опасности. Они... А почему он в опасности? Он уже защищен конем. Ну да, но после g5, там слон g3, черный побить конем, конем будет, если можно бить эту пешкой, вот слабо в центре. Короче говоря, белые отступили слоном на g3. Они могут ферзя уже матку ставить. Они ферзя на c1 ходят. Такой на g3 смотрит. Не, вы правы, на g3 еще не так плохо. Они решили наоборот, они решили бить пешку на d5. Слона на 4 обрыв. Они решили, что черные не эту пешку. Они решили, что черные отдали пешку и взяли пешку на d5. А по правой слона. Слона поправили. Это 2 d5. d5 было. Да, здесь. Они решили, что лишняя пешка. Какая слона нет. Слон же 3, конечно, было лучше, или любой другой был лучше. Так и что здесь последовало? Ферзь c1, ферзь c1. Они забыли мат. Ферзь c1 мат неожиданно последовало. Такой редкий случай, конечно, партии мастеров. Чтобы разыграли дебют, дебют еще даже не кончился. А белый мат за доске. Убедились, что это мат? Да. Вот такой это мат на 7-м ходу. Это, как говорится, классический случай шахматной слепоты. Не видит такого хода элементарного. Ферзь c1 мат. Из области курьезов.